Armenia, Azerbaijan and Russia have signed an agreement to end military conflict over the disputed enclave of Nagorno-Karabakh. It follows 6 weeks of fighting between Azerbaijan and ethnic Armenians, which culminated in the capture of the strategically important town Shushi and prompted the two sides to agree to a ceasefire deal on 9 November 2020. According to the agreement, the Armenian forces will withdraw from Armenian-controlled territories surrounding Nagorno-Karabakh by December 1st. Under the deal, Azerbaijan will also keep territory in Nagorno-Karabakh captured during the conflict. A 2,000-strong Russian peacekeeping force will be deployed to the region for a minimum of 5 years to patrol the front line. Additionally, Azerbaijan will gain passage to its Nakhichevan exclave, which is detached from the Azerbaijan through a strip of land in Armenian Sunik province. The signing of the agreement caused a strong protest in Yerevan. Hundreds of people, outraged by the terms of the settlement enshrined in the agreement, broke into the government building and then into parliament. Riots in Yerevan continued all night, with people protesting against what the opposition calls the de facto surrender of Karabakh to Azerbaijan. 17 opposition parties had issued a joint statement calling for Prime Minister Nikol Pashinyan's resignation, saying that they will present their option of overcoming the post-war situation. The President of the Republic of Armenia, Armen Sarkisyan, in a video directed to the Armenian nation, also demanded the resignation of the ruling government and calls for snap parliamentary elections. Ну, как известно, произошли определенные события, в результате которых мы можем констатировать, что 17 политических партий создали единое движение, которое направлено на то, чтобы нынешняя власть ушла с политической арены. Почему? Потому что мы считаем, что эта власть привела к тем печальным событиям, и в результате которых и было подписано вышеуказанное заявление. Должен сказать, что само заявление мы считаем рамочным и считаем, что никакой ревизии его на данный момент не предусматривается. А вот что уже надо делать в плане имплементации данного рамочного заявления, вот здесь уже, конечно, есть большой фронт для работы. И мы считаем, что власти, которые сами же довели страну до такой ситуации, волей или неволей фактически развалили и политическую систему страны, и обороноспособность. Это все, конечно же, очевидно. В планах 17 партий нет ревизии вот этого заявления. В планах 17 партий есть самый главный пункт – это убрать опозорившее и запятнавшее себя правительство, парламент, и убрать ту политическую силу с сегодняшней, значит, политической арены Армении, восстанавливать единство общества, восстанавливать боеспособность армии, восстанавливать, усиливать и укреплять отношения с Россией. И вот дать определенную, значит, жизнь этому как раз соглашению, рамочному соглашению, как я его называю, в том плане, чтобы были учтены очень многие детали, очень многие, значит, нюансы, которые пока что не раскрыты. Их надо раскрывать. Но для того, чтобы ввести нормальные переговоры, а переговоры они практически только и начинаются, нужна адекватная, не опозорившая себя власть, которая воспринимается в мире, воспринимается нашими союзниками, имеет определенное
доверие и у союзников, и самое главное, у народа. Народ сейчас проклинает Никола, проклинает его шайку, которая 2,5 года назад незаконным путем захватила и узурпировала власть в стране. Еще очень важное, я хочу подчеркнуть, что 17 партий, именно то, в этом сегодня, так сказать, объединяют свои усилия. Среди этих партий каждый имеет свою политическую программу. Каждая из этих партий имеет свой идеологический базис. Но это нам не мешает наши различия, наше прошлое, кстати, вот, потому что у нас у всех, так сказать, своя линия политическая, свой путь политический. У некоторых очень короткий, у некоторых достаточно длинный, у некоторых очень длинный политический путь. Но мы сейчас отбросили наши разногласия по различным вопросам, по идеологическим, тактическим, политическим и так далее. И сейчас все мы считаем, что Никол – это угроза национальной безопасности нашей страны. Что будет дальше? Вот 17 партий создали, ну уже практически создали мы, Комитет национального спасения. Комитет национального спасения должен будет создать временное правительство. Временное правительство должно будет распустить парламент и назначить новые парламентские выборы. Но в течение этого всего времени временное правительство должно будет заниматься вопросами реализации рамочного соглашения. И там очень много вопросов. Очень много вопросов. Начиная, куда будут возвращаться беженцы, что будет с теми людьми, села и города которых остались под азербайджанской оккупацией, кто будет их защищать, почему, будут ли они возвращаться в свои села, и тогда как будет обеспечиваться их безопасность. Безопасность наших святынь, безопасность кладбищ, захоронений, памятников. То есть очень много вопросов. При том, что Азербайджан провоцирует сейчас. Мы видим, что оскверняются наши храмы. Мы видим, что уничтожаются наши захоронения, памятники. Вот. Мы слышим, как Алиев заявляет о том, что никогда никакого статуса Нагорного Карабаха не будет и так далее. Вот это очень серьезные провокации со стороны Азербайджана, потому что Азербайджан, я думаю, он хочет спровоцировать Армению на какие-то действия по пересмотру заявления. Поэтому я думаю, что вот здесь надо еще раз обратить внимание на позицию Азербайджана, вот, пресечь те провокационные действия, которые он делает, и решать уже все вопросы поэтапно и, значит, в соответствии с международным правом.